Когда бы еще у студентов-юристов колледжа при Московском региональном социально-экономическом институте города Видное появилась возможность узнать внутреннюю кухню экспертно-криминалистического центра УМВД Ленинского городского округа, познакомиться с нюансами работы криминалистов, самим попробовать снять отпечатки пальцев или составить фоторобот. Экскурсия в Святая Святых центра была приурочена к акции «Студенческий десант». Таким образом, мы знакомим со службой, мы показываем детям то, что нужно приходить на службу, нужно, что это интересно, что это не только заключается в составлении каких-то административных материалов, а это на примере экспертно-криминалистического подразделения мы покажем, что это и различные исследования, исследования следов, исследования отпечатков пальцев, что позволит ребятам более заинтересоваться в профессии. Студентка второго курса Алина Попова мечтает стать сотрудником Министерства внутренних дел. Сейчас она с радостью использует каждую возможность увидеть работу всех отделов полиции, чтобы определиться с будущей специализацией. Деятельность экспертно-криминалистического центра ей понравилась, но не вдохновила. Я буду дальше продолжать искать, конечно, криминалистика – это очень серьезная работа, конечно же, интересная, но в конце концов скажу, что это не мое призвание, но я подумаю еще над этим. Студенческая жизнь этих ребят еще только начинается. Впереди много времени вникнуть в нюансы будущей профессии. Каждая ознакомительная экскурсия останется в памяти студентов. И когда придет момент выбора специальности, они вспомнят, какие эмоции ощутили во время посещения того или иного отдела полиции. Очень впечатлило, но все по чуть-чуть, и это очень познавательно было, тем более для юристов. Практика намного интереснее, чем теория. Нам показали, как искать отпечатки с помощью магнитного порошка и обычного. Всероссийская акция «Студенческий десант» в Ленинском городском округе проходит не впервые. Ежегодно накануне дня студента сотрудники полиции приглашают к себе учащихся, чтобы познакомить с работой правоохранительных органов. Каждый раз ученики получают массу впечатлений. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.